Йоу, здравствуйте, я Максим Адзе, и сегодня у нас снова GTA 4 Криминальная Россия. Напоминаю вам про конкурс, я думаю, вы все уже знаете правила его. Короче, сегодня у нас GTA 4 Криминальная Россия, мы сегодня будем смотреть, что находится за пределами города Южный. Что ж, чтобы там есть разные острова и лес, там всякие достопримечательности. Но чтобы их посмотреть, нам понадобится вертолет. Мы добудем вертолет, нам надо попасть сначала на один остров. Судя по карте, вертолет где-то находится. Вертолет где-то вот тут находиться должен. Ладно, давайте идем. Уехали на красной девятке. Едем на эту станцию, потому что там ближайший выход к морю, к реке или не знаю, к океану, к чему я не знаю. Так, что тут? Т-001 КВ. 150 регион. Железная дорога, надо... Вот это один из островов, тут ничего интересного особо нет. Здесь есть стоянка с кораблями. Из интересных. Давайте посмотрим корабли, которые стоят тут. Даже скорее не корабли, а лодки. Катера. Так, давай, плыви быстрее. Надо посмотреть корабли эти. Тут есть лодки, моторные стоят тут. Куда ж ты? Вот тут, мне вот этот не больше всех нравится. Правда, он медленнее всех плывет. Даже изнутри можно посмотреть. Ладно, пойдемте к этому, как его там, к вертолету пойдем. Вот здесь у нас находится
Сюда вода стекает. Вот тут она заканчивается. Сегодня денёк в школе у меня был так себе. Ну погодите, злодеи. Да, кого попало, значит, в гардеробе. И думай, блин, что делать с куртками. Следи за ними. Вот тут уже дорога для машин, походу. Здесь, судя по всему, вода должна залив сделать, но вода сюда не входит. А там уже находятся вот эти вот ветряные электростанции, что ли. Ветряные башни. В них зайти нельзя, хотя у них есть двери. Там грузовик стоит, тут два человека стоят. Сейчас я их взорву. У них никаких богатств нету с собой. Так, ну на розыск нам пофиг, ни на этом острове никакой полиции нет. Вертолет он там на верхушке стоит. По разным местам полетаем. Здесь есть маленькая хижина. К сожалению, в нее нельзя зайти. Здесь две машины стоят. Пикап какой-то и джип старого вида. И мотоцикл. Так, в хижину нельзя зайти. Пробовал. Тут туалет открытый, кстати. И тут стоит вертолет. Давайте-ка захватим его. На этом острове больше ничего интересного нет. Так. Да. Вертолетом достаточно тяжело управлять. Сначала слетаем на соседний остров. А, этот остров можно добраться на метро. Но это очень долго будет. На этом острове где-то тоже хижина есть и вертолет. А еще где-то лодка припаркована. На этом острове люди есть, потому что тут вход с метро. Вон там хижина. Она точно такая же, как и на том острове. Даже проверять, наверное, не будем. Но здесь есть одна интересная машина. Припаркована. На дерево, на дерево, на дерево. Нифига себе. Что-то я так делать не пробовал. Так, вертолету нашему конец.
Вот такая вот интересная машина стоит тут. Передом на УАЗик, похоже. Покромсала немного машину. Но у него такие вот здоровенные колеса. Здесь тоже мотоцикл стоит. Так, ну нашему вертолету конец пришел. Пропеллер у него сломался. Давайте взорвем его. Садись. Машина самодельная как будто. Здесь на этом острове где-то есть еще один вертолет. Где-то рядом совсем. Я думаю, мы сейчас найдем его. Вот он вертолет еще один. Такой же точно. Ладно, на этом острове больше тоже ничего нет. Но здесь есть места поинтереснее, на самом деле. Так, летим туда, где выход из города находится. Там дорога ведет в лес, там, а там уже много всего интересного. Так он прямо летит, но опускается. Если так быстро лететь, можно разбиться. Так, отсюда можно город разглядеть. Красиво. Очень, ничего тут не скажешь. Машины прям едут, так красиво видно, что там ДТП на улице. Так, вот здесь вот дорога ведет к выходу из города. Здесь какая-то башенка непонятная, но в ней ничего нет. Вообще не имеет ничего. Она абсолютно пустая. И мы давайте полетим туда, прям к лесу. Там какая-то крепость непонятная, но ничего тоже нет. К сожалению, в атомную станцию зайти тоже нельзя. Жалко, но ничего с этим не поделать. Там в лес дорога ведет, а там в лесу довольно много интересного. Мест. Сейчас мы слетаем туда. Я начинаю вроде бы привыкать к этому вертолету. Жалко, в городе нигде вертолет достать нельзя. Надо обязательно на остров куда-то лететь. Плыть. Добираться до него. Не помню, показывал ли я вам эти дома в прошлом видео по GTA 4 Криминальная Россия. Там можно зайти внутрь, там будет подъезд, но квартир там не будет. Можно выбраться на крышу и все. Тоже ничего там особо нету. Если вы хотите, если вам интересно, можете сами скачать игру, ее достаточно легко найти. И модпаки тоже легко достаточно находятся. Устанавливаются они, условно. По крайней мере, подросток, который интересуется компьютерными играми, точно с этим справится.
там метро, тоннель. Так, а вот и первое интересное место. Здесь нам надо припарковаться. Совершить посадку. Стой. Панель дерева только. Так, аккуратненько паркуемся. Паркуемся здесь. Так, если мы под пропеллер прыгнем, то нас разрежет на кусочки. Так, здесь, блин, я боюсь, что вертолет украдут у нас. Здесь, короче, лабиринт есть, но мы там не будем лазить. Если вы нажмете кнопку «Новая игра», то у вас то вы окажетесь где-то в середине лабиринта, и вам придется оттуда убираться, либо умереть. Тогда вы окажетесь возле городской больницы. Курица. Какая ты курица? Ну кто так паркуется? Так, второе интересное место находится вон там. Но оно не сильно интересно, там просто свалка. Стой, тормози. Так, совершаем посадку. Нет, не совершаем посадку. Просто сверху посмотрим. Тут, короче говоря, свалка. Если опуститься чуть-чуть ниже, то тут машины прогрузятся. Там грузовики, по-моему, стоят. Тут, короче, такая свалка. Тут ничего интересного. Там мотор крутится. Мотоцикл стоит, чтобы с горки скатились. Горка для экстремалов. Так, дождь, ливень полил. Так, надо подняться повыше. Так, шторм начался. Вот здесь надо совершить посадку. Надо только очень аккуратно. Все, выходим. Так, вот здесь ничего интересного, в принципе, нету. Там непонятно вообще, что я не понял. Вот здесь машины ездят. Вот в эти вот. Это какой-то склад тоже непонятный. Здесь можно зайти, там стоят ящики. А вот в этом здании тоже можно зайти, но там вообще пусто, ничего там нет. Так, давайте-ка взорвем эти машины ради вашего удовольствия и моего тоже. Выдыщ. А вот Нивы не взрываются, чудо. Почему-то Нивы не взрываются. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут засекли нас полицейские. Так,
Ладно, две звезды. По нам уже стреляют. Пора отсюда валить. Тут взрывы уже начинаются, ладно. Так, тут что-то еще есть. Тут есть какая-то арена непонятная. И все, сейчас от полицейских просто улетим на вертолете. Так, летим прямо. Так, 20 минут записываем, ну 20 минут нормально еще. Уже большую часть, наверное, посмотрели. А это что такое? Что-то я тут, по-моему, не был. Еще ни разу. Ну, давайте-ка зайдем сюда. А, я понял, что это за место. Тут тоже ничего интересного. Вот это. Сюда тоже заезжают машины, и тут в эти здания заходить нельзя. Ну, можно там зайти, но там вообще, но там ничего внутри нету. Просто стены голые, и все. Там есть бочки, которые можно взрывать. Но это просто для угара чисто. Так, и летим прямо. Где-то там должна быть арена. Непонятное. Вон где-то там. Блин, вертолет-то сдувает шторм. Вот, к сожалению, эта арена иногда прогружается очень плохо. И припарковаться тут нелегко. Приземлиться. Так, опускаемся. Она исчезла, по-моему, эта арена. Ладно, в ней ничего интересного тоже нет. Там просто как бы арена, спускаешься, спускаешься там. Прыгаешь, и ничего нет. Давай, поднимайся, поднимайся. Так, прямо летим. Мы сейчас к деревне приблизимся. Какое-то поле черное. Земля, видимо. А вон и деревня внизу. Видно, там деревня. Сейчас приземлимся. Ой-ой-ой, не на ту кнопку жму. Тихо-тихо, дерево. Ты осторожней, приземляйся. Ой, проклятие. Где ты? Отлично, приземлились, опять лишились пропеллера. Ладненько, нам дальше, в принципе, вертолет, я думаю, не нужен будет. Туда можно забраться, чтобы пострелять в людей. Так, вот
В эти дома можно заходить, но в них ничего такого не будет. В эту дверь нельзя зайти, тут можно сохраниться, но... И, как я уже говорил в прошлом выпуске, игра не сохраняется. Тут такие вот сараи есть непонятные, в которых тоже ничего нету, они добавлены просто так. Просто чтобы были. Туалеты закрытые. Огороды, теплицы. Везде стоят. Так, тюнинговая девяточка стоит тут. Давайте-ка прихватим ее. Еще здесь семерка стоит. Вот, вот семерка стоит тут. Давайте-ка на семерке поедем. Заводи быстрее, заводись. Нам пора отсюда сваливать. Сейчас мы поедем кое-какое еще интересное место тут. У нас еще осталась гоночная трасса и мини-городок какой-то. Проклятие. Колесо не двигается. Придется взять одну из машин. Вот тройку возьмем. Троечку возьмем. Так, а мы откуда вообще? А, туда. Туда, туда мы едем прямо по этой дороге. Там будет, там надо будет подняться на холм. Для этого понадобится быстрая машина. Чтобы она смогла подняться на этот холм. Туда можно пешком подняться, но на машине лучше там. Но ехать там лучше на машине. После холма. Номерной знак на машине, на этой, на тройке. Блин, где этот туннель, господи? Еще и пробки тут такие, блин. Что зашибись просто. Тихо, 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 осторожней. Да что ж ты будешь делать? Поломал где-то машину опять свою. Автомобиль, который мы вот только что проехали, похож на Kia Ceed с задней стороны. Или на Kia Rio, одну из версий Kia Rio. Так, разгон, разгон нам нужен. Отлично, забрались на холм, и здесь мини-городок есть.
Вот здесь. Надо пробраться в него, перелезть через этот забор. Такой вот мини-городок тут стоит. Тут полицейский какой-то район. Потому что тут полицейский этот спецназовский фургон стоит. Фуф. Так. Здесь где-то... Туннель какой-то, но... Он заканчивается там, по-моему, ничем. Еще одна тюнинговая девятка стоит тут. А, я знаю, я, кажется, понял. Куда ведет этот тоннель? Потом расскажу. Так, 31 тоже. Туда нельзя проехать. Так, здесь есть знак, что вот здесь находится метро, судя по знаку, но собой, и написано даже. Но никакого метро там на самом-то деле нет. Если мы туда пойдем, там будет большой-большой бесконечный спуск. И никакого метро там нет. Но зато здесь есть... домик для сохранения. Так, это проход на крышу, наверное. Да, это проход на крышу, а не дом. Да, нет, не с этой стороны. Да где вход-то? Не здесь, что ли? Тут, что ли? Вот здесь, наверное. Да, вот он. Вход. Так, такой вот типа коридор. Тут такая вот спальня. Вот это коридор мой, вот это моя спальня. Иди-ка, проходи, давай, давай. Тут типа кухня. Здесь, ой-ой-ой, это место для сохранения, ну, на кабинет, наверное. А еще балкон. Спальня. Такой вот домик. Темновато тут, правда, только. Хотя, наверное, может из-за того, что ночь сейчас на улице. Ладно, теперь поехали на гоночную трассу. Это последнее, что нам осталось посмотреть. Надо только проехать туда, в этот тоннель. Короче, когда мы на тройке приехали, мы там, когда забрались на холм, там тоннель был. Желтая тюнинговая девятка. Там был, короче, проход, там тоннель был. Вот проклятие, а. Хорошенько спустились. Короче, там был проход, там тоннель был. Проход в тоннеле, и вот как раз таки тоннель введен вон там, с правой стороны тоннель. Теперь тут серая тюнинговая девятка.
Был тоннель, ли он там тоннель где-то начался, и мы вот здесь едем по этому тоннелю, там по, едем по тоннелю, есть поворот, который ведет в этот мини-город. Вот мы сейчас только что из него выехали. Так, вот здесь такой вот немного ненормальный тоннель, потому что здесь очень много кругов наделано, много кругов надо сделать, чтобы отсюда выбраться. Подсказывать нам будут таблички. Тихо, ты что, не переворачивайся. Уровень непонятный, я не вижу. Текстуры плохие. 8. Так, дальше. 7. Как они так сделали вообще? 5. Ах, ты же ёберный театр. Три. Или не три, может, два даже. Нет, вот это два. Да что же это такое? Стой. Там машина быстрее нас двигается. Хотя нет, не быстрее. Ты, зараза, уехал. Прибавил скорость. Уровень 1. Вот и все. И все, вот тут выход у нас. Никаких машин сзади встречных нет. Плохо очень. Такси сейчас возьмем. Засекли нас тут. И все, вот выход на гоночную трассу. Так, вот это еще один остров, на котором гоночная трасса находится. Здесь проход на эту трассу. О, уже день наступает. Утро. Сутки мы почти что провозились. Здесь машины. Одна из них это девятка. Красные машины. Одна из них это моя любимая красная девятка. Еще там есть вот такая вот вышка,
Просто на нее можно забраться, там ничего на ней нет. Там по лестнице забираешься. Наверх и все. Вот, утро наступило. И нам мы, наверное, сейчас уже заканчивать будем. Так, давайте возьмем красную девятку и уедем домой. Типа машины для гонки. Девятка, одна из них. Теперь надо выход найти. Лада, спутник. Поцарапали, блин, капот. Метро находится здесь. Ну что ж, теперь мы переходим к вопросу. Пока я расплачиваюсь в кассе, я вам задаю вопрос. Когда я где-то только взял, сел в вертолет, когда я его только захватил, я съел шоколадку. А вопрос такой: какую я съел шоколадку? Вариант ответа. Твикс. Твикс, Сникерс или Киткат. Пишите варианты ответа в комментариях, мы обязательно их проверим. Так, вот, собственно, и метро. Ну что ж. Вот, собственно, и все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вас лайкосы, подписосы. А с меня эпичные видосы. Ну что ж, спасибо всем, что смотрели мое видео еще раз. Подписывайтесь на мой запасной канал и на группу ВКонтакте. Все. Всем пока. Я поехал домой.